Самое масштабное спортивное событие лета открылось в Владивостоке – торжественной церемонии. В этот вечер трибуны Фетисов-арены заполнились до предела. Около 6 тысяч человек наблюдали церемонию открытия игр в режиме реального времени и более миллиона зрителей во всем мире. Торжественная церемония открытия 7-х международных спортивных игр «Дети Азии» началась с несения государственного флага и парада спортсменов. Зрители поприветствовали команды из России, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Ливана, Монголии, Пакистана, Таиланда, Узбекистана и других государств. Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин зачитал приветствие Владимира Путина. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, выступая перед участниками и гостями игр «Дети Азии», отметил, что юные спортсмены из 14 стран, приехавшие в Владивосток, стали частью большой олимпийской семьи. Далее губернатор Приморского края Олег Кожемяк отдал старт спортивному мероприятию. Это грандиозное спортивное культурное событие играет огромное значение для всех россиян, для миллионов жителей Азиатско-Тихоокеанского региона. Ведь оно преследует самые благородные цели – развитие детского юношеского спорта, популяризация идеи олимпийского движения, укрепление дружбы между народами. С большого экрана пожелали успехов спортсменам-космонавты МКС Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Запись обращения была сделана, когда станция пролетала над Владивостоком. Благодаря огромной силе воли, полной отдаче, ежедневным тренировкам и стремлению побеждать, вы уже добились успехов в выбранном вами виде спорта. Игры «Дети Азии» – это первая ступенька на пути к олимпийским победам. Выступая на международных играх, вы в первую очередь представляете свою великую страну. Будьте азартными, будьте точными, будьте уверенными в своих действиях. Помните, чему учили вас мудрые наставники. Ваше стремление побеждать, вера в свои силы и годы упорных тренировок – вот залог успешного старта на играх «Дети Азии». Сейчас наша станция находится над городом Владивосток, и мы видим огни приморской столицы. Здесь восходит солнце и начинается главное спортивное событие лета 2022 года. Мы желаем вам здоровья и терпения, уверенности и мужества, веры в себя и новых рекордов. Пусть энергия нашей великой страны зарядит каждого из вас на уверенную победу. В первую очередь над самим собой. Добро пожаловать в Россию. Да здравствуют 7-е международные игры «Дети Азии». Торжественную часть продолжило яркое театрализованное представление, основанное на символическом значении внутренних энергий игр. Вода, дерево, огонь, земля и металл. После чего в Фетисов-арене зажгли символическую чашу огня. Впереди у ребят 10 соревновательных дней. В 19 видах спорта будет разыграно 273 комплекта медалей. Анна Дьякова, новости на 8.